Сейчас я вам покажу, как за 5 минут сделать творог с обычного молока. Или кисляк. Ну, кисляк это простокваша, скисшее молоко. Значит так, берем молоко. Я сделаю в маленькой порции, но, может, ну, конечно, я делаю немножечко. Ну, мне не надо сейчас кисляк, я ничего не собираюсь печь, и мне не надо пока творог. Я просто хочу вам показать. Берем молоко, выливаем. Ну, сколько вам там надо. Я делаю, если мне нужен творог, я делаю из 4 литров. Вот унция молока. С 4 литров где-то получается килограмм творога, может грамм 700, смотри какая жирность. И я просто ставлю подогревать. Вот, можете на большой огонь, на какой хотите. Нам нужна кислота, любая. Процесс кишения, брожения, ферментации молока, как происходит в природе. Бактерии вырабатывают кислоту за 1-2 дня. Мы ее добавим быстрым способом. Какая это кислота, неважно. У меня уксуса нету, я обычно лью уксус. Но у меня его нет, у меня есть обычная лимонная кислота и есть лимон. И сейчас я вам покажу. Лимонной кислоты у меня трошки. Ну, тут капелька. Поэтому я ее вылью и добавлю капельку воды. Вот. Может, творог на уксусе не особо, может, он там кто-то не захочет его есть, хотя я ем, если свежий. Может, приятнее есть, если он скислится сам у вас с хорошего молока. Ну, я думаю, для сырников вообще разницы нема. Лимон. И выдавлю его сюда, вот так. Можете какую угодно кислоту. Есть, продаются лимонный сок в вот таких маленьких пластмассовых баночках. Можете тот лимон. Что мы делаем дальше? Молоко подогреваем где-то градусов 60. Так, уже оно у меня подогрелось, я выключаю. И выливаем сюда нашу кислоту. Смотрите, сворачивается моментально. Чтобы лучше свернулось, еще лимончика добавлю. У меня просто один лимон. Блять, упал. Упал лимон. Падла. Что ты падаешь? Выдавливаем. Вот. Что у нас получилось? Так. Молоко не сильно жирное, поэтому клапти не сильно отделяются. Кислоты мало. Ну, вы можете не делать, как я делаю. Я его прям полоску. Так. И все. Все, девочки. Все. Что у нас получилось? Получилось у нас вот столько творога. Можете долго его отстоять. Ну, для сырников пойдет. Пробуем. Вкусно. Если хотите, чтобы творог был не кисленький, а такой добренький, можно висело где-то вес по 200 эту тряпочку. И хай стекает где-то часа 2. Тогда у вас будет хороший, аж сладенький он. Вот, вот он творог. Смотрите. Бачка. Хороший домашний творог. Не воняет ничем, ни лимоном, ни кислотой. Сыворотка у вас осталась. Можете протирать мордяку по утрам. Можете печь на ней оладики, блины. Добра, кисленька. В общем, вот так.